Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Это видео посвящается всем орхолюбителям, потому что хочу рассказать вам о своем самом любимом цимбидиуме, рассказать также о том, как я ухаживаю за ним, потому что я знаю, для некоторых большая проблема заставить эти орхидеи цветоносить. Этот цимбидиум у меня цветет постоянно, при том, что я не могу сказать, что я делаю что-то специальное или за ним какой-то у меня специальный уход. Все очень просто, все очень, даже очень, я бы сказала, обычно, но при этом у него три цветоноса на данный момент. Перед этим было два, сейчас вот такие вот три пышных цветоносика. Не знаю, как он называется, покупала в обычном магазине год назад, я покупала в январе месяце, вот еще до сих пор висит и ценник, и наклейка. Была я на выставке в Дрездене, видела, я точно такие продавали, и цена была 30 евро, поэтому у меня есть подозрение, что это один и тот же цимбидиум, но не буду выдумывать, не буду вас заводить в заблуждение, поэтому скажу так. По сравнению с другими моими цимбидиумами, он намного меньше, листья меньше, вот миди. Вот, постоянно он что-то наращивает, или новые росты, или цветоносы. Когда я его купила, я его не пересаживала, потому что по моему личному опыту, не все орхидеи нужно сразу пересаживать. Так вот он у меня остался в оригинальном горшке, в оригинальном субстрате. Я знаю, что если цимбидиуму пересаживать, то как минимум еще год нужно будет подождать, чтобы они адаптировались. Ничего я не пересаживала. Так он и остался. И целое лето он провисел у меня в саду, в тени, до поздней осени. Поливать его не поливала, поливал дождь, потому что я еще и уезжала на 3 недели летом в отпуск, поэтому он остался сам по себе и, как видите, не пострадал. Зимой занесла его уже домой глубокой осенью, зимой он у меня висит на окне, вот это его место. Солнце отсвечивает, поэтому темно. Вот. Днем, если светило солнце, солнышко зимой, было, конечно, тепло. Ночью температура опускалась на окне 16, даже ниже градусов. Другие цимбидиумы у меня так вот и стоят на подоконнике. В прохладе. Что касается полива. Зимой поливала раз в 2, а то даже и 3 недели. Иногда до полного просыхания субстрата, вплоть до того, что вот бульбочки становились такими морщинистыми. И вот я проверяла, горшок был очень легким, тогда была пора поливать орхидею. Что касается удобрения, удобряла также очень редко. Наверное, за всю зиму 3 или 4 раза я удобрила. Вот, обычная вода. Сейчас я поливаю его раз в неделю, потому что солнце все чаще стало светить, температура, соответственно, поднимается, и горшок просыхает также очень быстро. Это касается и остальных орхидей. Раз в неделю вот у нас уже начался поливочный день. Немножко устаю уже с ними. Жду не дождусь, когда будет постоянно тепло на улице, чтобы их вынести и оставить уже там до зимы. Видите, корешочки лезут, ростики наращиваются. В этом году мне придется его уже и рассадить, и пересадить, подыскать ему горшочек побольше. Не знаю, может быть, даже и поделю его, но не уверена пока что. Пока у меня цели не стоит его разделить. Так вот, его цветочки. С утра даже есть легкий аромат.
аромат свежести. Один цветонос. Второй. И вот третий. Мне вообще кажется, что цимбидиумы — это неприхотливые орхидеи. Чем меньше с ними возишься, тем больше они расцветают. Нет у меня с ними никаких проблем. Хотя, да, норвежский климат им очень подходит. Очень прохладно, то, что они любят. Вот такая вот у меня красота. Если есть вопросы, оставляйте их под видео. Если смогу на них ответить, отвечу. Спасибо, что просмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк. И до новых встреч. Пока!